Как создать Smart Wallet и начать работу с ним? Добро пожаловать в Smart Wallet – криптовалютный кошелек нового поколения. Ключевое преимущество Smart Wallet – это возможность создавать неограниченное количество кошельков в одном приложении. В этой инструкции мы расскажем вам, как создать свой первый кошелек в Smart Wallet. Скачайте приложение Smart Wallet в магазине приложений App Store, если ваш смартфон работает на iOS, или Google Play, если вы используете Android. Откройте приложение и подтвердите согласие с условиями использования, поставив галочку. Затем нажмите на кнопку Create Wallet. На этом все. Ваш кошелек создан. Все, что вам остается, это сохранить вашу мнемоническую фразу для восстановления доступа к кошельку. Для этого нажмите на сообщение «Backup needed» на главном экране. Откроется экран, где вы увидите 12 слов. Чтобы прочитать их, нажмите и зажмите кнопку «Press and hold to see phrase» под фразами с текстом. Пожалуйста, будьте внимательны на этом этапе. Именно эта фраза является залогом безопасности ваших средств. Мы рекомендуем записать ее на листок бумаги. Не храните мнемоническую фразу на электронных устройствах и не делитесь ей с другими. Для продолжения работы с приложением вам необходимо подтвердить свою мнемоническую фразу, указав слова в правильном порядке. Если вы все сделали правильно, появится сообщение с поздравлением. Никогда не передавайте вашу мнемоническую фразу. Желаем вам приятной работы!